Ты моя золотая. Сходили мы с девчонками на праздник красок. Фестиваль красок называется. Девочки, покажите, какие вы прекрасные. Женя. Я покрасила волосы. Света. Какой цвет? Покажи, Светуля. Я не понимаю этот праздник. Это какой-то кошмар. Женечек, покажись, пожалуйста. Женя вообще красивая. Да. Всех цветов радуги. Вот так все. Идем отмываться. Слушай, вообще голова только зеленая. Синюю только я обсыпала своим зеленым. Да. Понравилось? Да, бирюзовый. Да. Слушай, бирюзовый цвет и... У меня волосы синим цветом окрасили, что так красиво было. Они у тебя зеленые сзади. Кошмар. Я еще в койках подняла. Вот это! Виталий! Дети, я вас обожаю! Кто это собрал? Я! Ну ты не одна же. Ты? Я собрала там вот такую горсточку, все остальное вы собрали. А у тебя что, все лицо в вишне?
Иди умывайся, я бегу. Я не ела вишню. Не ела? Не ем вишню. Вот так вот у меня сегодня дети поработали. Минут, ну, наверное, 30, может, они собирали. 40, да? Махом, играючи прям. Угу. Вот. Завтра у нас будут компоты. Ну, не скажу, что она идеальная, вся такая крупная. Ну, прям, смотрите. Вкусная. Да. Особенно вот этот тазик. Вообще. Мам, а если зеленый тазик? Ну, ты понимаешь, что завтра нужно будет еще остатки собрать? Боже мой. Нам сосед спилил макушку. Угу. Вот. Которая падала, кстати, к нему на крышу. По этой причине спилил. Ну, короче, пошли за вещами. Да. Приходим. Ты же такая, а что с деревом? Мама смотрит, и там сосед такой стоит. Я с бензопилой, да-да. Но мы с ним договаривались. Угу. Мы с ним договаривались. Это большая-большая макушка падала ему на крышу. И она была полностью усыпана ягодкой. Угу. Так что и нам хорошо, я и ему хорошо. Да. Там еще осталось очень Завтра много. Будете помогать таскать банки. И это самое. Я буду мыть и катать. Вот завтра я... за сахаром с утра вот схожу. Учебник. Вот да. Учебник пойдем сдавать и да. пойдем. Утром мы сходим с тобой, сдадим учебник, я тебе помогу все донести. И заодно получим. Да, возьмем сахара побольше, купим. И это самое. Завтра прям возьмем сахара пару мешочков. По 5 килограмм. Собирать. Да, вы будете ягодку собирать, я буду баночки катать. Целый день. Главное не умереть там от жары. Угу. Вот. Мама, можно с вами сходить? Куда? Учебники сдавать. Ну, посмотрим. Давайте, пойдемте прятать собаку. Там тетя Света идет с ребенком. К нам идет Светлана с ночевкой с ребенком. Вот. Это вот так вот у нас заканчивается день. Мы тоже прошарухали с ребятишками по магазинам. Покупали кое-какие вещи. Сейчас распаковочку сделаем, да? Распаковочку покажем, что купили? Да! Дети довольные, капец. Тетя Света приехала, быстрее. Все, идем встречать Светлану. Всем до свидания. Сейчас у нас будет большая распаковка. Большая. Карина, скажи всем привет. Тебя не было 100 лет. Здорово. Здорово. А где это? Ты мультики смотришь, тетя Свет? Я передела. Здравствуйте. Здравствуйте. Рыжая, бесстыжая. Будем ждать примерку. Примерку? Да. Давай мы с тобой сядем, да, и будем это... Судьями будем. Евгения в обновочках. Женечка, давай поближе. Ноги подожди. Маечка вот такая вот. Ну это топ, да, дочь? Ну типа. Джинсики. Они такие тоненькие-тоненькие, прям вообще легкие-легкие, да, Жень? И на ногах что у нас? Кроксы. Ну, это мне на практику. Ну, это, конечно же, не это. Не будет она в них ходить. Это мне просто... на практику надо. Было. На практику, да. Это сменная обувь. Ей нужна именно кроксы. Следующий. Давай, иди, модель. Ну, эта звезда сейчас тут будет выеживаться. Как костюмчик? Маечка вот такая. Берег. Я так же подумала. Много веревок. Штаны вот такие. Они тащутся сейчас вот от таких штанов в клетку. Это модно. Особенно они это. Это летний костюм. Очень легкий. Очень-очень. Мне нравится. Она когда увидела, запищала, сказала купи. Это просто... Это бомба, да? Да. Иди переодевайся. Что еще мы там тебе взяли? Сос... включать. Я включила камеру, иди показывайся, что тебе купили. Они мне сегодня все нервы вытрепали в этих магазинах, веришь, нет? Вставляю. Ксюша, нормально себя веди. Это типа комбинезончика? Нет. Нет? Это типа костюмчика, да, да, да. Легкий летний костюм. Ну это мы в санатории маленечко тоже. Что-то нужно же новое. Ну классно, он не нормально? Такая прям. Он невеста. Легкая. Она вообще хотела, знаешь Тапки, что? Бомба вообще. Света, не разбивай мои стаканы. Я ничего. Я тебе вроде ничего крепче кофе не наливала, Светлана. Это был очень крепкий кофе. Тапки это, ну, это домашние тапочки. Это тапки просто. Да, да, да. Это мы в больницу еще покупали. Еще раньше нам тоже повезу. Ну, тапочки, конечно, да. Это штанишки. Очень-очень легкая ткань. У нас ужасное, конечно, освещение, потому что уже вечер. Ну уж извините, что есть. Довольная?
Невеста, давай чеши. Что там еще тебе брали? Замуж ты не пойдешь. Вот такое вот легкое платьишко Светланке купили. На море. Легкое-легкое вообще. Под цвет моря. Под цвет моря. Да, это на море. Замечательно. Что-то свеженькое надо же, господи, она же девочка. Покрутись, Донька. Звезда. Света, ты у меня звезда. Мама, мама. Загадывай желание, звезда падает. Давай, иди, следующий костюм, последний. Счастливый такие сегодня, довольный, не могу. Да, конечно. Как это? А у нее еще шорты черные. Ты не хочешь черные шорты показывать? Они не подходят к этому одежде. Ну мы какую-нибудь потом маечонку другую купим. Это просто маечка Ксюша показывает. Такая тоже приятная тканюшка. Я не договорила. Она хотела вот такую вот юбку прям длинную. У них тоже какая-то мода такая пошла. Ну что-то, во-первых, они эти юбки там были. Они были очень-очень плотные, как будто бы зимние. Ну мы не стали брать. Ну и шорты у тебя еще, да, остались? И все? Нет, пижама! А, еще пижаму мы взяли классную вообще. Это другая вообще. Женя, короче, она мне вытрепала все нервы. А она ничего не взяла. Вот только джинсы и две маечки, все. Вот вторая маечка. Все. И рукава ей не нравятся вот такие вот. И это не то. Вот такие то они все. Были. Зачем они вообще делают рукава, если они вот такие вот? Вот. Мне вот такие, либо она мне выпила всю кровь, я тебе клянусь. Я представляю. Да? Ну джинсы вообще огнище, да? Ну да, я завтра не пойду в той черной майке. Да. А еще мы ей такой фартук обалденный вообще выписали. О, сейчас я тебе покажу. Да. Это на работу. На практику в технарь. Так, еще один костюмчик. Ну, это не костюмчик, конечно, шорты простые. Они хотели именно черные. В чем прикол? Черные носить. У меня Влад просил черную. Смотри, тоже вся черная. Да. Ну что, лето на дворе, дети. А я просила у нее рубашку, она сказала, нет. А ты видела какую-то рубашку хотела? Такие блузки, блин, в офисах сидят, как эти тети. С котами не носят в офисах. Так, это последний твой костюм? Так, Светин, последний костюм, летний. Ну, это тоже не костюм. Все, это твой последний костюм. Это твой последний костюм. Короче, с ними вообще невозможно что-то записывать, они все ржут постоянно. Светин костюмчик, маечка. Ну, это не костюм, это мы тоже так подобрали. Ну, маечка отдельно, да, и шортики розовые. Как будто костюм, да? Ну да, я думала костюм. Да, нет, это мы так подобрали. Классно. Костюмом, знаешь, это выходит, короче, в два раза дороже. Да, еще, знаешь, костюм обычно берешь, там то одно большое, а другое маленькое. Или наоборот, там... Ну, выходит вообще в два раза дороже. Постоянно. А так, если в это... Смотри, какой фартук, огнище. Давайте, я уже пойду. Осмот как бы. Это Евгеша у нас завтра пойдет в техникум на работу. Будет работать поваром. Молодец. Нормальный фартук? Да, не, ну понимаешь, я его заказала с учетом того, что Евгения сейчас 2 недели отработает, и мамочка будет в нем готовить. Я так и подумала, что это как бы просто мне понравилось. Ну да, он такой прям качественный, он недорогой. И он, то, что у меня пузо не будет мокрое, самое главное. Кроксы, это вот на сменную фартук. И еще одноразовые шапочки мне заказали. Там положено так. 10 штук. Да. Вот такие штучки, это сюда вот засунешь. Да. Так, а что у нас осталось? Кто еще что не показывает? Все, так, мотор, камера, хватит ржать всем. И вот еще костюмчик, пижама. Классно. Слушай, дома ходить вообще огонь, скажи. Классно. Ну, мы взяли как пижама, потому что в санатории нужно пижаму ребенку. Да, она же не будет раздетая спать. Мне еще нужна кепка. Кепку обязательно. Мне нужна юбка мне нужна. Ага. Рубашку тут с кочком, я тебе не отстану. Угу. Мне печатный этот станок, деньги, который еще печатает, мне да? Нужен купальник. Купить для начала. Мне нужны тапочки. Мне нужен богатый муж. Богатый муж? Чтобы это все купил. Мне нужен меня. Так. Мне нужна сумочка от Гуччи. От какого Гуччи? Кто такой Гуччи? Не модно. Ксюша. Так, хватит ржать. Ксюша, одень черные шорты и маечку, которую мы не показали еще. Могу. У нас новый день. Мы одеваемся в садик, да? Мы сегодня ночевали у тети Лены.
я заодно. Привет, скажи. Привет. Девчонки и мальчишки уже завтракают у нас. А также нет, родители завтракать будут позже. О, ты неправильно обуваешься, малыш. Давай тебе помогу. Давай, Светуля, помоги ему. Давай. Сейчас мы отвезем малыша в садик. Пойдем с Ксюнечкой, получим новые учебники. Я пойду Ксюше помогать, потому что нести очень много. И займусь компотами. Сегодня у нас компотный день. А девчонки потом к вечеру, наверное, остатки обдерут, да? Попрохладнее станет. Уже на улице у девочки просто невыносимо находиться. Вот такие вот у нас дела. Нас сегодня много. Мама наша поехала в Краснодар по делам. А мы нянчимся. До обеда, сказали, ты будешь в техникуме. До обеда. До обеда это до 2? Ну, наверное, до 12, я так думаю. Ну, я думаю, что недолго. Ну все, будем собираться. Женька пришла с техникума. Мы уже, правда, съели, принесла пиццу. Я готовила 5 пиц. 5 штук принесла. 5 штук я готовила, осталось одна. Осталось все съели, да? Ну, мы уже покушали, ну. Садись тоже вон. Целую тебе оставили. Спасибо. Да. Довольная такая прям. Я, говорит, буду теперь готовить сама дома. Надо. Да. Единственное, что у нас Ксюнька не ест. Я кто картошку приготовила? Мы сидим под кондиционером, ставни закрыли, на улице просто плохо. Я пошла обратно тебя до техникума проводила. Обратно пошла, свернула не в тот проулок. Заблудилась. Ну я же без навигатора. Вот. Ну, первый раз мы туда ходили. И, короче, мне так стало плохо. Я думала, я домой пришла, дети красные. Да. Я была очень красная, с меня бежал пот. Я думаю, я все, я как будто сознание теряла. Вот представляете, жара какая? Я дошла как-то. Да. Мне вообще плохо было. Короче, прячемся. Сейчас буду заниматься вишней. Тридцатник-то это в тенечке, понимаешь? Да. Плюс 10 градусов прибавляй, сороковничек. Отличная просто, а да. А у нас на кухне там то же самое. Жарко, да? Да. Ну, завтра что готовим? Завтра мы будем готовить пирожки. Пирожки, отлично. Так мы сейчас пока за 11 дней твоей практики мы растолстеем. Хорошо. Давай, наливай чай и пей чай. Мне тоже. Жарко, я пока не могу. А, кстати, да, когда у нас тесто подходило, да? Ну. Нас отпускали, мы там по улице ходили. Выходили вниз, чтобы это жарко нам не было. Ну, все, понятно.